Здравствуйте, медработники, откройте, пожалуйста. Но дальше я с вами не пойду, дамы, при всем уважении. Прощай. Всего хорошего, удачи вам. Это только понаслышке, понимаете? Но врач Мазур называют. Вот спросите ее, почему человек 8 дней с температурой лежал в общежитии. Это медсестра вот эта с роддома? Это не медсестра. Ну да, эту медсестру ее 8 дней держали здесь. 8 дней. Мазур это врач? Это врач, да. Почему? На каком основании? То есть уже знали фактически, что она больная, да? У нее была температура 38. Но опять же, это понаслышке. Это факты, проверьте. Ну, я понял. Вот, спросите саму медсестру, и вот вам объяснят. Понимаете, 8 дней.